Здравствуйте! В этом видео вы узнаете, как пройти регистрацию в интернет-магазине roslead.ru и как сделать свой заказ. Для того, чтобы совершить покупку в магазине roslead.ru, нужно обязательно пройти регистрацию. Регистрацию можно пройти как перед выбором книги, так и после, в момент оформления заказа. На этом примере сейчас я вам и покажу, как это сделать. Вы выбираете нужную вам книгу, нажимаете на кнопку «В корзину», а затем на кнопку «Перейти в корзину». Сейчас вы находитесь в вашей корзине, где можно посмотреть стоимость одной книги, можно выбрать нужное вам количество книг, добавить или сократить, и можно увидеть полную сумму всех заказанных вами книг. Если вас все устраивает, вы нажимаете на кнопку «Оформить заказ» и переходите в новое окно, которое называется «Авторизация». Если вы до этого уже были в магазине интернет авторизованы, тогда это окно у вас больше не появится. Итак, вы нажимаете кнопку «Зарегистрироваться». Вы также можете зарегистрироваться через социальные сети, но если вы хотите зарегистрироваться не через ваши социальные сети, то в новом окне пишите ваше полное имя, ваша полная фамилия и ваше полное отчество. Ниже вы указываете вашу электронную почту, придумываете ваш логин. Я рекомендую логин использовать такой же, как и ваша почта электронная, чтобы не забыть. Прям полностью с собачкой, там Mail.ru или какая у вас другая электронная почта используется. Ниже вы придумываете свой пароль, который нужно обязательно запомнить. И на строчку еще ниже вы повторяете тот же самый пароль еще раз. Еще чуть ниже нужно поставить галочку, которая говорит о том, что вы подтверждаете свою дееспособность и даете согласие на обработку ваших персональных данных. По ссылке подробнее о защите персональных данных вы можете посмотреть, зачем нам нужны ваши персональные данные, какие данные мы у вас просим и что мы с ними делаем. После этого вы нажимаете на кнопку «Регистрация». Обращаю внимание, что если вы не поставите галочку, то регистрацию пройти вы не сможете. Следующее окно – это уже сам заказ, где вы пишете все данные для доставки. Оформление всего заказа разделено на 5 блоков. Первый блок – это регион доставки, где вы должны написать ваш город доставки. Если вы хотите доставку Почты России в небольшое село или деревню, или в какой-нибудь районный центр, то вы в поле «Город доставки» пишете ваш районный центр или областной. Вам достаточно набрать несколько первых букв, и система предложит вам из выпадающего списка те города, которые она знает, и вам из этого списка нужно выбрать ваш. Строчкой ниже вы пишете ваш почтовый индекс. Если вы заказываете доставку Почты России, то почтовый индекс нужен точно обязательно. Если вы не знаете ваш почтовый индекс, то вам нужно уточнить его в вашем местном почтовом отделении. Если вы выбираете доставку не Почты России, а, допустим, курьерскую компанию или доставку до пункта выдачи, то точное указание индекса не обязательно, можно указать абсолютно любой. Во втором пункте вы выбираете способ доставки. В моем примере, который я вам показываю в этом видео, в городе Сергиев Посад у нас есть курьерская компания СДЭК, есть пункты выдачи СДЭК и пункты выдачи Боксбери. Если вы выбираете пункты выдачи, то в правой стороне появляется большая жирная красная строка «Выбрать пункт выдачи на карте». Если вы на эту строчку нажимаете, то у вас открывается карта города, на котором вам нужно выбрать наиболее удобный для вас пункт выдачи. В данном случае у нас открывается карта города Сергиев Посад, где у СДЭКа есть вот такие пункты выдачи, у Боксбери тоже, сейчас вы увидите, какие пункты выдачи есть. И вы нажимаете на сам пункт выдачи, у вас открывается окошко с подробностями его работы, и после этого нажимаете на кнопку «Выбрать». Теперь пункт выдачи вами выбран. Следующее поле – это поле 3, где вы можете выбрать оплату банковскими картами или оплата при получении, но так как у нас с вами заказ меньше, чем 1500 рублей, доступна только оплата банковскими картами на сайте интернет-магазина «Roslead». В пункте 4 вы заполняете еще раз ваше фамилия, имя, отчество, электронную почту и контактный телефон. Если у вас есть какие-то вопросы по заказу, то вы можете выбрать это тоже в этом меню. И в самом низу есть большое поле «Комментарии к заказу», где вы можете указать любые комментарии, пожелания или просьбы. В пункте номер 5 указан весь тот товар, который вы заказываете, вы можете его проверить. После этого вы нажимаете на кнопку «Оформить заказ» и попадаете в итоговое окно, где написано, что ваш заказ номер такой-то успешно создан, и если у вас стояла оплата банковскими картами, вы можете по вот этой вот ссылке оплатить заказ. Для этого просто нажимаете на ссылку «Оплатить заказ». После этого вы переходите на сайт Альфа-банка, где вы вводите данные вашей карты, и после этого нажимаете на кнопку «Оплатить». Если вы хотите купить больше 15 штук одного и того же номинования, то уже в самой корзине вы увидите, что вам будет предложена скидка. И цена будет уже проставлена в соответствии со скидкой, так же как и изменится сумма заказа.
Если ваш заказ будет суммой больше, чем 1500 рублей, то для московского региона вам будет предложена бесплатная доставка до пункта выдачи СДЭК в Москве и Московской области. И в поле 3 появляется оплата наложенным платежом, оплата при получении. Если вы делаете заказ с получением не в Москве или Московской области, то доставка до пункта выдачи СДЭК будет всегда платная, в зависимости от вашего города, будет рассчитана по тарифам СДЭК, но оплата при получении у вас останется. Спасибо большое за внимание, удачных вам заказов, хорошего настроения и интересных книг.